Пол-8 утра сегодня в Чебоксарах загорелось общежитие. Из девятиэтажки по проспекту 9-й пятилетки эвакуировали 50 человек. Часть вышли самостоятельно, других спускали по пожарной лестнице. Пострадавших, к счастью, нет. Правоохранительные органы рассматривают версию поджога. Черные клубы дыма с третьего этажа. Как будто горят покрышки, комментируют очевидцы. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы полностью справиться с огнем и эвакуировать людей. Несмотря на видимую масштабность, огонь не вышел за рамки одной комнаты, сообщили в МЧС России по Чувашии. Площадь пожара всего лишь 25 квадратных метров. Однако дымом, заполнившим подъезд, отравились 10 человек, половина из которых дети. В результате пожара погибших нет. После полной ликвидации пожара за скорой помощью обратилось 10 человек. 7 человек из них госпитализировано, в том числе 5 детей. Их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие от открытого пламени не пострадали, а надышались продуктами горения. Рассматривается несколько причин пожаров. Наиболее предполагаемая причина – это поджог, то есть умышленные действия со стороны домохозяина квартиры, где произошел пожар. Сейчас выясняют точную причину. Если версия поджога подтвердится, дело передадут в полицию.